Очередная видеозарисовка из серии решения простых вопросов. Бывают такие ситуации, когда не загружаются курсы валют. Например, у нас есть справочник валюты, список валют. Мы нажимаем «Загрузить курсы валют» и выдается такое сообщение. Либо может быть так, что не все валюты отображаются в этом справочнике. Как правило, причина в следующем. Мы заходим в валюту и видим, что настройка стоит в положении «Вводится вручную». Нажимаем «Загружать из интернета». Нажмем еще здесь «Загружать из интернета». Теперь нажимаем «Загрузить курсы валют». Мы видим, что появляются валюты. Теперь можем нажать «Загрузить». Курс у нас загрузился. Все, в этом причина. Также вы можете рассматривать еще следующую ситуацию. В разделе «Все функции» есть настройка, настройка в виде константы. Использовать альтернативный сервер для загрузки курсов валют. Его также можно проверить, установить, чтобы он использовал сервисы для загрузки курсов валют.